Доброе утро всем моим умникам и людям, кто впервые увидел это видео, потому что видео как бы с утра выходит. И можете, пожалуйста, не перелистывать, сейчас очень важная новость. Во-первых, на следующей неделе выходит новый кавер в субботу-воскресенье в 3-4 часа. В 3 часа, наверное, выйдет, да, в 3 часа дня, вот, либо в 2 часа. И спасибо огромное спонсорам, кто оформил вот спонсорку: Екатерина Понявина, Мика Плей, Богдана Острякова, White1515, Ибрагим Абуки, да-да-да-да-да, Слава Гоу-Гоу. Спасибо вам огромное, ребята, что оформили ее, потому что, ребят, сразу говорю, кто оформляет спонсорку, вы, во-первых, помогаете очень сильно каналу, во-вторых, вам будут доступны вот такие значки, в-третьих, вам будут доступны эксклюзивные записи во вкладке сообщества, это вы будете голосовать за новый кавер, за новое видео, и специальное голосование тоже во вкладке сообщества, то есть все отдельно, и скоро стрим, вот, поэтому я надеюсь то, что как минимум, а, да, кстати, еще вам будет доступны вот такие вот специальные, значки, когда вы пишете у нас под комментариями здесь, у нас в комментариях на канале, то там будет сразу видно, что вы спонсор. Короче, если что, спасибо большое, если вы оформляете спонсорку, мне реально приятно, и вы реально помогаете каналу. Да, я знаю то, что я даун, но все равно, надо подписаться на наш с вами YouTube канал и поставить на колокольчик, ведь без этого Богдан не проживет свои 15 лет жизни, он сдохнет сразу же завтра, если вы не подпишетесь. Вы же не хотите, чтобы я сдох? Наверное, хотите. Но давайте все равно подпишемся, и я буду жить вечно. У вас в сердцах. В сердцах. Я уже себя похоронил как будто. Короче, я буду жить вечно. Поэтому подписываемся и ставим на колокольчик. Это самое важное действие, которое может быть у вас в жизни, в башке. Короче, сегодня у нас угадай песню по пародии. Вы готовы? Давайте попробуем угадать. Руля в лево руля, заправляем Жигуля. Мишко Лесса, мы яма полетела. Стоп! Это уже, типа, оригинал показывает. Это Дима Билан «Молния». Это была сельская пародия на песню Димы Билана «Молния». Про бодренький дедовский «Жигуль» от канала «Сельра». Про бодренький детский «Жигуль». Да. Это я, между нами молния. Мы с электрическим разрядом 220 вольт. Твой, зови нас лохматый чоп. На любое оскорбление смело ответим «Чо?». Пусть даже ты амбалый качок, тебя догоним и укусим за бочок. Стоя... Да блин, да отстань, я еще не увидел. Тебя догоним и укусим за бочок. Ребята, а вы поняли, что это? Я не понял. Я не понял, вы поняли? Типа, что за бред? Я первый раз такую пародию знаю. Свежая пародия от Демьяна о противостоянии собак и кошек на старенький, но в свое время качающий тречок от Тимати под названием «Понты». Это понты, это понты. Погнали. Нет, ну это трудно было. Уровень. Каждый день играй меньше всего. Либо тролль, либо шкалота, либо чье. И уже спокойно ты не поиграешь. Видишь, это читер, его хрен забанишь. Подождите, чё? Чё это за... Подождите, вы поняли? Далее. Уровень. Каждый день играй меньше всего. Либо тролль, либо шкалота. Блин, это трудно. Шкалота, либо чье. И уже спокойно ты не поиграешь. Видишь, это читер, его хрен забанишь. Чуваки, ставьте лайк, у кого в КС-ке то же самое, серьезно. Хоть на прайм аккаунтах, хоть на обычных аккаунтах играйте, а один хрен это жизнь, и там всегда читеры будут, которые крутятся вот так вот с одной ножкой вперед, как балерина. Нет, подождите, я не понял, что, а вы поняли? Далее. Уровень. Каждый день играй меньше всего. Либо тролль, либо шкалота, либо чье. И уже спокойно ты не поиграешь. Та-да-да. Видишь, это читер, его хрен забанишь. Третья пародия. Да отстань! Какой ты говнюк! А ты вообще волосатый говнюк! Пародия, выполненная в стиле игры Counter-Strike от канала Радио Сантехник, была сделана на хит 2017 года «Тролль» от украинской группы «Время и стекло». Меня не тролль, ты меня не тролль, видишь, как любовь. Нам пора пойти-ка в фитнес-клуб, чтоб другие пародисты уступили нам. А, ну все, хрен вам, это я знаю. Чё несешь в сумке? Слышь, братан, потише. Мне, кстати, круто. Я чё, похож на клоуна? Крут. Это Фейси Марин. 3 июня 2019 года канал Влад Скоп представил свою версию хита этого года «Юморист». А трек... Какого? В июне он ее представил? Чё ты несешь? 2019 года канал Влад... Похож на клоуна? Крут. 3 июня 2000... 3 июня? Сорян. Он сейчас шутит или нет? Я чуть не понял. Слышь, братан, потише. Я чё, похож на клоуна? Крут. 3 июня 2019 года... Там чуваки ему не предъявили? Почему ты 3-го года...
Когда была выпущена песня Face Humorist? Я что-то не понял. Face Humorist. Дата выхода. Дата 2019. А разве 3 июня? 1 февраля же, чувак. Ты чего не несешь вообще? Какой 3 июня? У нас 6 июня сейчас, а песня была выпущена давно. Ну, где-то... Я не помню, когда, ну просто вот так вот взять, зайти и посмотреть. Face Humorist. Она была 3 месяца назад. Это, по-моему, даже апрель. Апрель, май, июнь. Апрель? Февраль. Февраль даже. 11 февраля. А он типа хочет сказать то, что она в июне выпущена. Чувак... Канал Влад Скоп представил свою версию хита этого года «Юморист» от рэпера Фейса. Я юморист, пошутил не так, и ты попал. А, это типа... пародия была выпущена тогда. Ну ладно, если так, то окей. Блэк-лист. Мы летим на приори жарить мясо на природе. Я добавил мясо лука, сука. Мы летим на самокатах. Ну я даун, господи, ну мне можно такие мычать вот так вот. Короче, это LJ Suzuki. Пацаны, вообще, ребята, неплохо сходили на шашлыки, а заодно сделали улетную пародию на трек LJ Suzuki. Летим на Suzuki быстрее скорости звука, я чувствую. Папа женщины моей навалял мне пиздюлей. До конца моих дней. Парни с канала Сайдбей. Ну я понял, что за песня, но я забыл название. Сорян. Берянцы сделали пародию на прошлогодний летний хит «Запах женщины моей». 5 плюс 5, 55, 555 плюс 555. Сколько-то, но я не знаю. Чтобы вы помогли узнать мне это, подписывайтесь на наш с вами YouTube канал и ставьте лайки. Потому что я могу сказать очень много умных... Нет, я тупой. Тупых мужчин, хотел сказать. Тупых критериев, почему стоит подписаться. Во-первых, вчера выходило 6 роликов. Видите, 13, 15 часов, 17, 19, 21 и вот это 22 часа назад. 6 роликов. Позавчера выходило тоже 6 роликов. Поэтому, мои умники, если вы сейчас подпишетесь на с вами YouTube канал, то вы будете ежедневно с 6, 5 или 4 роликами. Поэтому я надеюсь, то, что вы подпишетесь, поставите на колокольчик. И самое главное, я вам подарю вот этот вот красивый листок бумажки, которым можно подтираться. Просто берете. Вот, подпишитесь прямо сейчас на наш с вами YouTube канал. Подписались? Ну вот, просто сейчас вот прям. Вы же хотите, чтобы я вам показал, как стоит сделать. Подписались, правильно? 3 секунды даю. 3, 2, 2, 2, 2. Нет, меня не заклинило. 2, 2, 2. Подписались. 1, 0. Как только подписались, берем и вот так вот на расслабоне. О, кайф. О, господи. Вы прикиньте, какой плюс от этой бумажки. Во-первых, она всегда у вас на лице, когда вы захотели сходить в туалет посрать, вы берете бумажку отсюда и подтираетесь. Дальше переворачиваете другой стороной. И также ставите на вот сюда вот огласки. И у вас остается еще один раз. То есть вы понимаете, вы целых 2 раза можете не лезть куда-то за бумагой, вы можете ее просто с лица снять. Так что подписываемся. Это огромный плюс. Лично мне пародия про отца любимой женщины понравилась больше, чем оригинал. Запах женщины моей, я хочу остаться с ней. Достроить надо срочно. Закончить надо в марте. Или я логотип на асфальте. Я не знаю эту песню. Ребят, если вы угадали, то напишите в комментах, я не втупляю, что это. Эту пародию про веселого бригадира я нашел на канале Паша. Я крокодил, крокожу и буду крокодить, все понятно. И она сделана на песню «Крокодил» от Стаса Экстаза, которая заедала у нас весь прошлый год и периодически заедает после просмотра подобных роликов. Крокодил, крокожу, буду крокодить, я крокодил. Мы странный педагог, ведь зачем-то я полезла в ваш хип-хоп, но тебе не перебить, мой флоу, сынок, до экзамена не открывал бы ты свой рот. Я number one, это клоп, купил ответы на ЕГЭ. Это Оксимирон поет или кто?
еще одна нерастиражированная... Да, я так и подумал, что это констракт. Пародия на этот раз... Кому я вру? Я че, умный, что ли, настолько, чтобы подумать это? Нет, конечно. От кеймеров... Я даже думать не могу. ...ских выпускников, которые показали, что было бы, если бы их учителя были рэперами, и перечитали... О, пипец! Знаете, у меня такое ощущение, будто... Рэперами. Вот здесь вот я увидел силуэт мамы, которая орет, когда я не сделал уроки. И переч... Во-во, орет прям. ...читали весь сайфер от Booking Machine, и даже замахнулись на флоу Оксимирона. Будь на чеку, наверху смотри в оба, протянешь, сука. Власть угашена, мы тусим в простых. Пикуля. Ваша надо додача, не наша, она моя. Вокруг тупые животные. Вокруг одни идиоты. И чё-то тоноты, я пью чё-то это... LG Minimal, да? Все мы с детства любим мультик Простоквашино. Так вот, у Антона с канала Пикули свое видение этого мультфильма, которое он выразил в пародии на трек LG Minimal. На баре синие, мы танцуем под минимал, да-да-да. О, грубых грошей давно не видал, зарубил нарешті, я їх відіклав, і в блатнішим селі я вже став. Дзинь-дзинь, у кишені ще дзвонить. Да не знаю! А, стоп. Чё-то помним, помним, да, вот чё-то видели это. Снова канал Сельрадо с очередной... Да задолбали вы в своём «Время и стекло». ...сельской пародии на относительно свежий трек группы «Время и стекло. Дым», премьера которого состоялась 21 марта 2019 года. Бесите. Ну что, давайте подведем итоги. Если ты угадал одну или ни одной... Все! Я угадал! Все! Ты понял меня? Песни TLJ. Видимо, ты плохо разглядел загаданные песни. Нет, я плохо разглядел зрачки LJ, значит. От 2 до 4 обладает. И ты бы мог отгадать больше песен. Но тебе пофиг, ведь ты не видишь хейта через Gucci линзы. Если ты смог отгадать от 5 до 7 песен, ты первый класс. И ты бы угадал все песни, но ты не интеллектуал. Ну а если твои музыкальные знания смогли покорить от 8 до 10 песен, ты Моргенштерн. Ведь ты самый дикий, и это факт. Обязательно напиши свое звание. Странное, конечно, у него обозначение, но ладно. Короче, мои умники, самый дикий — это факт! Я Моргенштерн, и это еще один повод подписаться на нас с вами. И вы тоже у меня Моргенштернятушки. Чего? Как я мог исказить слова, сказав, что вы Моргенштернятушки? Короче, на самом деле, я Богдан. Да, вы этого не знали, но меня зовут Богдан, не Моргенштерн. И вы мои Богданятушки. Так что подписывайтесь на наш с вами YouTube-канал! Ставьте спонсорку! И самое главное, включайте уведомления, чтобы у вас все было. Спонсоры! Это моя жизнь! Не Майнкрафт, спонсоры. Поэтому спасибо огромное, что если вы подписаны на наш с вами YouTube канал, поставили на колокольчик. Я вас всех расцелую. А мальчиков не расцелую. Сорян. Поэтому спасибо большое. И до сегодняшних видео. Да.